Турция начала собственную операцию против группировки «Исламское государство» на территории Сирии. Пехота при поддержке бронетехники и авиации зачищает от боевиков в окрестности города Джараблус. Он находится у границы двух стран. Цель операции – обеспечение безопасности госграницы, поддержка территориальной целостности Сирии и помощь беженцам, заявляют в Анкаре. Ранее глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу сообщал о готовности страны поддержать ряд сирийских группировок, которые пытались выбить боевиков-исламистов из Джараблуса.